Итак, средняя зарплата бюджетника в Дагестане в этом году выросла на 111% и составила 18 тысяч рублей. Об этом сообщили на совещании с участием главы Дагестана. Обсуждали выполнение майских указов Владимира Путина, затронули сферу образования, медицины, жилищно-коммунальных услуг. Вместе с зарплатами должно расти и качество выполняемых работ, будь то учителя, врачи или же чиновники, отметил Рамазан Абдулатипов. Каждый министр должен проводить соответствующие аттестации кадров. Соответствующая бально-рейтинговая система должна быть оценки каждого работника. А мы как платим? Работает учитель хорошо, платим. Не работает, числится, тоже платим. И чтобы нам он не портил показатель, мы ему платим, тоже повышаем. То же самое врачей. Надо менять людей, которые показывают неспособность работать. Если человек хочет работать, мы должны его научить максимально помочь ему. Особое внимание в выполнении майских указов уделяется медицине. Рождаемость в Дагестане выросла на 3%, смертность же снизилась почти на процент. Упал и уровень онкологических заболеваний, но вот смертность в ДТП, наоборот, выросла. Только в этом году на дорогах республики погибли 300 человек. Повысить уровень медицинского обслуживания должна санитарная авиация, которую в текущем году возродили в республике, отметил глава. Тяжелой остается санитарно-эпидемиологическая обстановка в Дагестане. Красноречиво об этом говорят 22 тонны мусора, вывезенные после очистки кора. Как такое допустили контролирующие органы, еще предстоит выяснить.